В администрации Чебоксар наметили задачи на предстоящую неделю. Мэр города поручил активизировать работу по уборке опавшей листвы, сухостоя, случайного мусора, уделить особое внимание лесопарковым зонам, роще Гузовского, Кадетскому парку. Для выявления несанкционированных свалок будут использовать беспилотники. Кроме этого, запланирована посадка 20-30 голубых елей. Отдельный разговор о сносе аварийных домов в городе. После выполнения программы переселения из ветхого жилья осталось немало таких зданий. По состоянию на сегодняшний день из 263 домов один дом исключен из этой программы, признан памятником культурного наследия, это Константина Иванова, 59. 222 дома снесены, 15 домов находятся в работе и 25 домов на сегодняшний день не расселены пока еще. Ведутся там судебные тяжбы. Необходимо благоустроить и территорию после сноса по улицам Богдана Хмельницкого и Фучика. Подрядные организации не выполнили работы вовремя. Глава администрации поручил до 1 октября расчистить пространство, подготовить его для дальнейшего использования.